Дима и Даша уже увидели в долгожданных списках на зачисление свои фамилии. Теперь они первокурсники факультета среднего профессионального образования Ставропольского государственного аграрного университета. Как признаются сами ребята, пока не осознали до конца, но желание учиться, расти и развиваться именно в этих стенах уже появилось. Я очень надеялся, что я поступлю в аграрный, и поступил на факультет среднего профессионального образования. Очень рад этому, очень о нем много наслышан, родители советовали. Факультет среднего профессионального образования был создан на базе Ставропольского ГАУ в апреле 2018 года. Уже в этом учебном году СПО побило все рекорды по количеству заявлений. Через пару лет более 500 сегодняшних первокурсников покинут альма-матер дипломированными профессионалами. Я посоветовала со своими родителями, и они сказали, что аграрный университет более престижный, здесь много интересных специальностей, он визуально очень красивый, благоприятная среда создана для учебы. СПО сегодня – это 16 специальностей, актуальных на рынке труда. Современная материально-техническая база, высокопрофессиональный преподавательский коллектив, практика в лучших организациях города и края – это залог успешного будущего. Мне хотелось бы заниматься здесь саморазвитием, участвовать в различных мероприятиях. Также я закончила музыкальную школу и хотелось бы продолжить здесь заниматься музыкой, вокалом. Впереди ребят ждет захватывающая и интересная студенческая жизнь, наполненная событиями и эмоциями. Ставропольский ГАУ широко распахивает двери в новый учебный год и рад каждому первокурснику, который сделал правильный выбор и стал частью семьи лучшего аграрного вуза страны. Анастасия Погребная, Минжилов, пресс-служба СТГАУ.